Не обошлось без жертв. По данным Министерства внутренних дел, в антикоррупционном митинге приняли участие около 250 человек. Шестерых протестующих задержали сотрудники полиции и затем отпустили. А вот карельскому журналисту Алексею Владимирову повезло меньше. Репортера, работавшего на площади Кирова, избил сотрудник правоохранительных органов. Инцидент произошел во время задержания одного из участников митинга. Репортеру разбили очки. По словам Алексея Владимирова, человек в форме сотрудника полиции был без жетона и отказался представиться. А вместо этого добавил журналисту еще. Представители Союза журналистов Карелии пытаются разобраться в неприятной ситуации. Журналист при исполнении обязанности находился. У него был бейдж, на котором было написано, что он представитель прессы. Но это был сотрудник либо полиция, либо Национальная гвардия, мы пытаемся сейчас это понять. В МВД нам сообщили, что по данному факту проводится проверка. В Росгвардии от комментариев воздержались. Ничего не проводилось. У нас вообще сегодня праздник. Вот, и мы находимся в театре, если честно. Поэтому ничего пока не могу пояснить. По закону за избиение журналиста неизвестному силовику может грозить уголовная ответственность. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».